7 ноября 1923 года, в день празднования 6-й годовщины пролетарской революции, впервые были произведены воздушные киносъемки Москвы, Кремля и Красной площади. На торжества прибыли народный комиссар по военным делам Подвойский, главнокомандующий вооруженными силами республики Каменев, командующий Московским военным округом Муралов. На Красной площади силами школы ВЦИК был выстроен почетный караул. Лучшим курсантам школы доверили приветствовать высокое начальство. Караул был в новой форме с иголочки. Осмотрев войска и строй почетного караула, все остались довольны. Но больше всех комиссар школы Петерсон. Праздник начался с митинга. На стенах Кремля были вывешены лозунги текущего момента. В то время Ленин тяжело болел, а потому на Красной площади поставили его гипсовую скульптуру. Парад возглавляла объединенная школа имени ВЦИК. Курсанты показали образец строевой выправки и слаженности колонн. Впервые в параде участвовали самокатчики и артиллерия на тракторной тяге.